Картину посекундно удалось восстановить с помощью бортовых самописцев. По глобальной сети гуляет расшифровка переговоров пилотов, которую многие эксперты называют подлинной, но официального подтверждения пока нет. Итак, самолет начал взлетать не с начала полосы, но для разбега было 2750 метров, более чем достаточно для Яка. В начале все штатно. 74, 76, 74, 76. Время, фары, взлетаем, рубеж 190. 3, 4, 5, номинал. На номинальном. Скорость растет, параметры в норме. 130, 150, 170, 190, 210. Взлетный, 220, 230. Наверное, стабилизатор. Взлетный, взлетный, стабилизатор. Что ты делаешь? Взлетный, взлетный. Андрюха!